Всем привет, ребята! С вами Финч Финди, и сегодня мы будем играть на сервер Tesla Craft. Как вы думаете, с чего я снимаю? Думаю, вы догадались, я снимаю с компьютера. Потому что, видите, никаких кнопок нет. Вот. Так, я наконец понял, как все разобрать, поэтому смог записать. Кто меня стреляет? Вот этот чувак. Ладно. Если не записывался, то экран был черный. Но я наконец-то все смог сделать и наконец-то начну записывать. Так. Давайте поиграем. И тут у нас есть много-много-много всяких игр, мини-игр. Дуэли нет. Голодные игры, да нет. Овечки, нет. Крокодил. Таркада или Марио Пати. Давайте на второй. Бежим. И прыгаем. 8 игроков, еще 7, еще 6, еще 5, еще 4. Так. Кто выжил? Ладно, вернемся, когда все зайдут. Горячая картошка. Здесь я не горячая картошка. Желтый картошка. Ух, я не горячая каждый бывает. Каждый проигрывал. Они какой-то когда-то проигрывали. Кто-то вон там играет. Осталось всего два, три игрока. Я вижу только двоих. Вот один. А сейчас два. А где? Где он? У него вот ручка. Да. Да. Этот выиграл. Я на шестом месте. Не повезло. Вот как. Кого-то 10. А у меня один. Я на четвертом месте, а был на первом. Это... кого-то 13. Джампер. Конечно, я в нем не профи, но я люблю в него играть. Кристалл. А где все платформы? Где она? А, вот она.
И прямо на чекпоинт упал. Ну вот. Так, 6-6-6, пожалуйста. Выпить 6, выпить 6, выпить 6. Я на 9-м месте. А, нет, это у меня 9, а я на 4-м месте. Кстати, хотите, я вам небольшую пасхалку покажу вот на этой карте. Сейчас она будет. Тинтеран, стойте, я хочу пасхалку. А вот она. Вот это пасхалка. Тинтеран. Ну я в нем, в принципе, про. Ну, как сказать, про. Я никогда не занимал даже из второго места. Даже из третьего. Это же топ-5 никогда не занимал. Так. Мой рекорд 20 секунд. Вот, пойдем. Нет. 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 Я просто вот так вот бегаю кругами. Не подрезаю, я на вот. Вы видели? Как? Я? Бонус! Я собрал. Интересно, кто-то... Да, кто-то есть на втором уровне. Как? Он просто блок. Как он там ходит? Просто скоро блоков не останется. Я не просто упаду. Да тут везде уже блоков не останется. Ну это просто настоящий про. Он на втором уровне. О, как? Как? Нет! И этот просто бегал тут и вот. Пасхалка. Такой вот снизим. И это собрание иллюминатов. Так. Пытаюсь планировать, как захватить мир. А что я сквозь землю могу пройти? Буквально в смысле. Так. Уходи. Это сплочи иллюминатов совершенно секретные. Комбинация, ну нет, ну, я думаю, не буду. Так, ладно. Надеюсь, тут есть тот, кто будет. Надо было сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, вроде. Я не знаю. Я на четвертом. Почему я только что проиграл? Почему я на четвертом месте? Это нечестно. Почему я сразу на четвертом? Я
восьмом, на седьмом, на шестом. Вершине пирамиды. Пищевой пирамиды. Уйди, уйди. Нет, я. Я вышел. Логика Майнкрафта. Его надо на 3 пикселя держалось. Гангейма. Или что там было, я не видел. Гангейм вроде. Да. Железная лопата. Не, за мной еще кто-то гонится. Алмазный меч был. Оу, лук, 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 лук. Я не понимаю, у кого одно покупка. Чё он меня подкидывает?
все алмазы. Ты сорвал, там алмазы. Там алмазы. Хотя не донатишь, но все равно алмазы же. О, наконец он алмазы. Ровно на грудь. Ну, донатил. А, что-то не убьёшь. А я не понял. Что-то мне герой бил. А кто убежал? Я буду за этого аккаунта вы видели, как я так выбежал? Я реально гравитация. Ну я, в принципе, я один уровень уже однажды прошел. Я упал на стекло. Почему? Ничего. Я почти долетел. Я знаю, что почти не считается, но все же я почти долетел. Фух, я смог это. А как там пролететь надо? Как тут пролететь-то? Там невозможно пролететь, я понял, автор. Я почти. А как? А вон там вот реально невозможно пролететь. Как-то туда еще надо в землю попасть. Так. Ну, именно в планету Земля. Я почти опять. Ну почему? На этом мы будем, точнее я буду заканчивать ролик. Всем до свидания. О, стоп. Во-первых, ты должен подписаться. Вот именно ты. Должен подписаться на канал, мой канал, мистер Лайта, ну Лайта и Матика. Еще Миша не пришел. А так, всем до свидания и пока.